Здравствуйте. Хочу вам напомнить предсказание за 2013 год от 18.08 об Украине и ЕС. Первый вопрос. Вступит ли Украина в ЕС? Ответ. Президент Украины пожимает руки какому-то толстому человеку. Из этого следует, что Украина вступит в ЕС. А предсказание 3.12.2013 года под номером 11. Какое-то двойственное чувство насчет ЕС. Может, будет и ЕС, и таможенный союз. Или Украина вступит в ЕС и быстро выйдет. ЕС будет, но как-то иначе. Ну вот мы сейчас видим, что в принципе как бы их то туда пинают, то дают им это ЕС, то не дают. И в конечном итоге они как говорится, как шарики летают это самое, в этой Украине. Вот тут мое стихотворение. Не стихотворение, а сатира на Украину. Хохол сказал: «Хочу в Европу. В Европе я от евро лопну. Мы русских должны оставить, но лишь свой зад хохол подставит. Евросоюзу всего мало. Хохол, останешься без сала, останешься и без штанов. И попу тоже приготовь». Схватили Украину и нож воткнули в спину, а ротик ей заткнула печенькой Вика Нуланд. Спасибо за внимание.